Мы здесь присутствуем, вот наши ветераны. Если позволите, я просто представлю их и скажу такое вступительное слово, просто которое, без которого я не могу начать эту пресс-конференцию, потому что я на экране, я счастлив, что я вижу на экране. За долгий год я хочу поблагодарить вообще устроителей данной видеоконференции, потому что мы в Москве, ветераны, и вообще люди в Москве видим вот в левом углу Грузию, Тбилиси. И мы счастливы, что мы можем их видеть за столько лет, мы можем их видеть, мы можем с ними пообщаться. Ветераны могут, наши здесь находящиеся в России, пообщаться с ветеранами, с нашими любимыми, дорогими ветеранами, которые находятся в Грузии. И наконец-таки хотя бы начать вот это общение через интернет, через видеоконференцию. Будем надеяться, что в ближайшее время мы сможем увидеться и воочию. Командир Басакартуру. Ну, теперь я хочу передать слово. Здесь у нас присутствуют ветераны Азиров Артем Иванович, Суворов Валентин Антонович. Это наши почетные ветераны, уважаемые люди. Сейчас я передаю слово ему. Вот, значит, Азиров Артем Иванович, заместитель руководителя комитета ветеранов Великой Отечественной войны, общественная организация «Союз грузин в России». Дорогие друзья, мы собрались накануне великого исторического события. В этом году мы снова с большой любовью, с большим энтузиазмом будем отмечать самую знаменитую, самую известную дату в истории человечества, 68-й годовщину победы над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне. Война, которая была нам навязана фашистской Германией, вероломная, внезапная, неожиданная. По-разному толкуют этот вопрос сегодня мудрецы, если можно так выразиться. Но истина одна. Враг шел на нас, чтобы стереть нас с лица земли, уничтожить большинство из граждан нашей любимой Родины. И когда сегодня те или иные защитники справедливости проливают какие-то слезы по поводу наших потерь, то надо сказать, что если не воля руководства нашей страны во главе с великим Сталиным, если не воля нашего народа, если не братство и дружбу между нашими народами, это удивительный феномен жизни человечества, то жертвы были бы еще больше. Нельзя забывать, почему подняли руку фашисты на нашу страну. Ведь они не шли к нам с добрыми намерениями и хорошими пожеланиями. Поэтому справедливо было то, что наш народ как один поднялся на защиту своей Родины, своего Отечества. Тут никаких рассуждений не может быть, потому что все, что произошло, все, что свершилось, это было зафиксировано историей очень справедливо, правильно определенными и научно, и во всех смыслах. И поэтому сегодня попытки пересмотреть историю, перепахать могилы наших дедов и прадедов, защитников нашего Отечества, это не только коварство, это подлое предательство. Предательство перед всем человечеством. Это измена, потому что люди, которые стали на защиту своей Родины, они защищали не только себя, не только свою страну, они спасли все человечество, дорогие
друзья, от коричневой чумы фашизма. И когда сегодня появляются те или иные специалисты, ученые, я бы сказал в кавычках даже, всяческих наук, и начинают переписывать историю, это все равно не получится. Недавно в Москве, вот, его называли всегда советские люди центром, сердцем нашей Родины, на Поклонной горе стоит недавно созданный памятник, который назвали «В борьбе против фашизма мы были вместе». Это такая замечательная формула, которая вот охватывает все. Это обо всем говорит. Это говорит и о тех событиях, которые произошли. И это говорит о сегодняшнем положении дел. И отношении людей доброй воли, честных, справедливых людей к тем событиям, которые произошли. Не так уж давно, но все же прошло почти более 70 лет. И вот сегодняшняя встреча, это замечательная идея, она очень востребована, очень необходима. Потому что идут новые поколения людей. Они очень часто слышат не то, что было, а то, что извращено. И, конечно, Абра, говорят, пробивает камень. И вот это постоянное обрабатывание нашего вчерашнего дня, обесценивание наших великих ценностей, оно, конечно, отражается на воспитании людей. Правда, я хочу заметить, как участник войны, как инвалид войны, очень часто приходится сейчас обращаться, общаться с молодежью, в случае детьми маленькими, начиная с детского. Это и мне лично, вот я не могу это ни отметить, ни подчеркнуть, я думаю, что вы все согласитесь, в последнее время у нас какой-то поворот, сдвиги в лучшую сторону произошли. Это дает уверенность в том, что фальсификаторам истории не удастся оправдать наше прошлое, не удастся задушить наступление. Хотя они приносят очень много вреда фальсификаторам истории. И надо не только говорить об этом, надо и вести соответствующую работу, общаться с детьми, доносить до их ума и сердца правду жизни, справедливости. Так, спасибо. Товарищ Сталин. Спасибо большое. Давай спасибо, Тбилиси. Давайте его приветствуем. Главное, мы поставим вопрос о дружбе и братстве. Это один из главных факторов наших побед. Всем. И мы действительно сегодня это наблюдаем, что это дружба и братство, несмотря на то, что произошли очень отвратительные явления и очень реакционные, и все равно вот этот дух братства и дружбы сохранился. И мы уверены, что эта работа, наша работа с молодежью, она даст свои результаты. И наша молодежь, наши дети, это каждую минуту демонстрирует. Нельзя вот так представить себе, что все так плохо, что все уже переродились. Но нет, нашей радости, наши души, дети патриотически воспитаны, это не только в Москве, в России, это по всем республикам СНГ происходит. Родители, наши родители, молодежи,
сегодня, они в своем большинстве, они очень хорошо понимают события прошедших войны, они очень правильно оценивают и это передают это своим детям для того, чтобы они не были введены в заблуждение и дезориентированы. Потому что сегодняшние наши дети, это как раз, они как раз будут настоящими наследниками своих отцов и дедов, которые сражались и проявляли удивительное мужество, героизм и так далее. Я хотел бы, поскольку я, родина моя, СССР, советский народ, но вместе с тем у каждого из нас есть еще маленькая родина, которую мы любим, которую мы бесконечно преданы, которые всегда будем переживать за каждую неудачу и радоваться каждому успеху нашего народа в Грузии. Вот маленькая Грузия несла огромный вклад в нашу общую победу. 700 тысяч граждан стали подружными во время войны. Из них 150 тысяч человек в первый же день войны уже с оружием в руках отражали нападение врага. А потом произошли мобилизации, и общее число участников войны из Грузии, наших земляков, наших соотечественников, достигло 700 тысяч человек. Из них 170 человек стали героями Советского Союза. И сотни тысяч людей были награждены правительственными наградами, высокими правительственными наградами. Многие из наших соотечественников повторили подвиг Матросова, подвиг Гастелло и так далее, и так далее. Что у Грузии были свои Матросовы и свои Гастелло, свои Покрышкины и так далее, и так далее. Мы преклоняемся перед их памятью, мы всегда их помним, и мы гордимся ими. Спасибо огромное. Спасибо. Еще раз мы вас приветствуем.